Хорошо там, где меня нет, но я уже здесь. Так что добро пожаловать на мой канал The Game of Books. Меня зовут Гарри, и я все-таки решил попробовать себя и на этой площадке. О чем будет канал? Ну, в первую очередь, естественно, о книгах. Моя библиотека насчитывает около 3000 книг, так что мне есть о чем рассказать и есть что показать. Вот. Название канала говорит само за себя. Если вы на меня давно подписаны в Инстаграме, то вы прекрасно знаете о моей любви к циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и огня» и к сериалу «Игра престолов». Это, скажем так, вселенная будет тоже занимать определенную часть канала, потому что об этой теме я могу говорить бесконечно. Я несколько раз перечитывал цикл, а количество раз, сколько пересматривал сериал, уже даже по пальцам не пересчитать. Я не знаю, о чем должен был быть первый ролик. Мне просто захотелось внезапно взять что-то, снять и выложить без подготовки, чтобы это стало неким толчком для меня, не передумать по поводу Ютуба. Помимо книг, я буду еще стараться рассказывать о крутейших фильмах и сериалах. Очень много идей, очень много планов, но если у вас есть какие-то свои предложения по поводу контента, то буду очень благодарен, если вы напишите о них в комментариях. Все обязательно прочту и учту. Опыта у меня ни в монтаже, ни в съемке нет, поэтому не судите строго, буду всему учиться. Начало уже вот положено, а дальше уже время покажет, к чему все приведет. Надеюсь, что буду радовать вас интересным контентом. А если нет, то нет. Мне кажется, у большинства новичков, посмотревших это видео и незнакомых с моим блогом в Инстаграме, будет только один вопрос. У него что, реально железный трон в квартире? Да, ребята, реально. Есть еще и меч из «Игры престолов», и очень много другого крутого мерча. Но думаю, об этом стоит рассказать в отдельном видео, посвященном этой потрясающей вселенной и этому потрясающему сериалу. Так что все будет. Ждите. И закончить, наверное, надо стандартной фразой «Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новых роликов». Да, ваше здоровье. Во что я только ввязался.